В канун Дня Победы молодожены Уссурийска стали участниками необычной акции. После клятвы верности жених и невеста в качестве напутствия получают фронтовые письма. В них строки, которые приморцы в Великую Отечественную войну адресовали своим близким и любимым. Музею имени Арсеньева, нашему приморскому, это реальные письма, которые нам предоставили работники музея, с которых мы сняли копии, оформили их в традиционный треугольничек, как было в те времена, и будем вручать всем молодоженам. Владислав и Ксения вместе 2 года. Погоны и помогли жениху встретить свою любовь. Владислав по распределению приехал из Смоленска служить в Уссурийск. И в канун 9 мая лейтенант повел приморскую красавицу в ЗАГС. Молодая семья Борисенко теперь будет перечитывать трогательные строки, которые писал участник Великой Отечественной войны своей любимой. Это письмо станет для них символом любви и заботы, чтобы молодожены ценили и хранили друг друга, несмотря ни на что. Хотелось поддержать будущее поколение в честь 9 мая, чтобы также расписывались. Не переживали, не боялись. Символичные подарки на свадьбу получили и другие новобрачные. Дмитрий и Ирина Котенок решили стать семьей накануне 9 мая. Для свадьбы молодожены, вопреки суевериям, выбрали цветущий месяц. И очень этому рады, что такое важное для них событие происходит накануне Дня Победы. Вместе со свидетельством о браке они получили и памятный треугольник, который теперь будут бережно хранить. Неожиданно и очень интересно, что там написано, какие эмоции проживали в тот момент люди, которые писали это письмо. Уссурийск присоединился к акции «Я пишу тебе с фронта, родная» впервые. Началась она в 2020 году. Тогда, в год 75-летия Великой Победы, копии писем фронтовиков стали вручать молодоженам перед 9 мая.